Нет, сюда. Нельзя. Ей это не смущает. Ее вообще ничего не смущает. Давай выйдем. Девчонки, иди сюда. Бегом, 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 бегом. Бегом, 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 бегом. Иди быстрее. Вот. Попрыгушки, а? Ну-ка, пошли. Не вижу. Вот какая. А где утенок? Где утенок? Был тут у нее, прикинь. Не, манус. Где-то пищит, слышу. Не поняла. Сам из ящика вышел, да, и пришел сюда. Завченьки, идем. Ну, надо найти, а где мамашка? Надо подсунуть ей как-то детей, да? Иди, давай. Давай. Приняла? Он еще махонький такой. Опачки, куда он в воду? Поплыл, поплыл, смотри. Цветом, смотри, как сильно отличается от других, да? Самый маленький, да? Ну-ка, посчитай, дочь. 1, я не могу, кстати, все время двигаться. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 должно быть правильно. У нас опять пополнение. Вон они, желторотики. Все цветные. Беленьких, по-моему, 3 штучки. Остальные все цветные. 13 штук. Да? Звезда. Не хочет она их что-то греть совсем. Это твои дети. Балда. Ну, сейчас они поди разберутся. Сейчас водичку кипяченую остужаю, поставлю им. Так. А вот эта красота у нас переезжает уже к взрослым уткам в сарай. Сегодня загоню ее. Ящик ей выделю. Вон они уже освоились. Носятся везде. По всей ограде. Спят они там, спят. Это вообще молодец. Надо будет ее пометить, на следующий год оставить. 18 штук, как за здрасте. Еще через неделю ей подпихивали двоих. Кирпичи положила на всякий случай, чтобы никто не утоп. Тенечки, да, вы тут все? Один у нас вообще еще вчерашний маленький-маленький самый. Да? Ты хорошая мамаша. Я тебя оставлю на следующий год. Все, все, не трогаю вас. Так, пришли в соседний огород, где я сено кашу. Ну что, у меня тут сидит звезда. Не знаю, сколько у нее там яиц. Все, гнездо сделала, засела. Ну, пускай сидит. Не будем ей мешать.
Она так решила. Так, и одна уже должна буквально не сегодня-завтра вывести утят вон из того сарая заброшенного. Ну, посмотрим. Надеюсь, яйца там у нее не пропали, и тоже не знаю, сколько штук. Буквально не сегодня-завтра должна выйти. Я не записываю числа, они как сели, так вышли. У этой немного яиц. Мне кажется, там штук 6, если в 7 было. Ну, может, донесли, не знаю. Но немного яиц. Не буду лезть, не буду ее беспокоить, чтобы она яйца не бросила. Ну, нафиг. Сегодня займусь покосом сена. Ну, не здесь, у себя там. Сено заканчивается. Подстилку меняю. Что ты, беша, орешь? Ну, что? Ну, что ты орешь? Сейчас водички я тебе принесу. Девочки, рядом с тобой, что тебе нужно? Вон, жуют травку. Сейчас водички мама тебе принесет. Успокойся, бешеная коза. Да? Так, и одна еще вот в этом ящике сидит. Вот тоже там, я не считала яйца. Чуть больше десятка. В общем, как-то так. У этой было много яиц, но я посмотрела, остатки яиц, они все тухлые. В общем, вот та поставила рекорд. Все, все, вон они к тебе прижались. Все.
Девчонок, покормишь дочь? Да. А я все полки пересмотрела. У меня на полке, в смысле, прям у меня в полке с одеждой. Потому что я все проводки себе складываю. Все. А вторая была, знаешь, где? Где? Там микрофон, который ты покупала, но не используешь. А, в микрофоне, да? Да. Все, спасибо, дети. Прикольно, смотри. Классно. Такие милашки. Это вообще везде ходит за сестрой. К нам приезжала тетя Света с Игорем. Вот, они поехали в Доброцен, и я с ними за компанию съездила, посмотрела, что там продается. Ну, такой ничего, прям магазинчик. Продукция такая же, как и в Магните, в принципе. Ну, немного дешевле. Почему бы и нет? И находится, оказывается, она совсем рядышком с нашим домом. Вот. Муку взяла. У меня в мешках все, мука закончилась. Молоко на стряпню. Хлеб. Это Жене нужно в техникум, они будут сосиски в тесте делать. Это для Жени. Это Сазона забрала. Надо майки маленько поотмывать, да и кастрюлю позамочить. Ну, короче, очень мне это средство понравилось. Купила. До этого мне на рекламу присылали бесплатно, а сейчас я сама купила. Нравится мне это средство. И посуду хорошо отмывает, и это. Там какая-то черная пятница была, поэтому я взяла. Печеньки ребятишкам взяла. 109 рублей. Самое простое сахарное печенье. Дрожжи. Дрожжи я в другом магазине брала. Ой, гадостную еду детям. Роллтон. Колбаса докторская на окрошку. Соль. Все, да? А, ну и туалетная бумага по 100 рублей. И это. Забрала наконец-то этот подложку под бассейн. Сейчас будем устанавливать бассейн.
дай. Раскладывайте, девочки, раскладывайте. Целиком раскладывать или как? Да. Надо же вам площадку, чтобы ноги не это самое. Так, подожди, где что, подушку вкладываю сюда. Да, Жень, там организуешь, да, без меня справитесь? Да. Я пошла косить, девчата. Да. Так, наверное, я еще доски принесу. Моментально, да, собрали? Пока я косила, управились на опыте. Ну, зато я теперь вон как свинюха, блин. Ну, набирать начнем завтра с утра, девчат. Вот я тут поправить надо мне маленько, да? Криво сделали. Я буду, кстати, стук надо в бассейн оставлять. Сейчас разберемся. Ты мусор подметала, что ли? Да, там просто очень. Ну, надо еще, дочь. Еще. Подмести разочек. Расправляй вот так вот все. Да, мам, вот сюда вот это стук. Да, 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 Жень, заноси в гараж. Пакетики все, чтобы ничего не валялось. Я пошла козу доить, время уже позднее. Короче, тут очень высоко. Ничего под ногами, ни камушков, ничего не чувствуешь. Нет, нормально, да? Мама, где эти сланги? Все тут, в коробках.